Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Единственный такой канал на YouTube. Поэтому поехали! Сегодня мы поговорим опять о новинке One UI Watch 4.5 на часах Galaxy Watch 4. Говоря об обновлении, Samsung стремится предоставить клиентам более удобный опыт работы с часами. Имея это в виду, Samsung решили добавить полный набор текста на экране, который включает в себя новую полноценную клавиатуру QWERTY с функцией Swipe, которая позволяет, дорогие друзья, пользователям печатать в дополнение к диктовке и рукописному вводу. Кроме того, в One UI 4.5 предлагает возможность переключения между двумя методами ввода на лету. Поэтому вы можете начать диктовать сообщение, а затем переключиться на клавиатуру, чтобы продолжить свое сообщение. И это действительно очень удобно будет. Ну а кто-то это уже пробует, потому что он в бета-тестировании и все это видит. Сам. Еще одна интересная новая функция – это поддержка двух сим-карт, которая позволяет пользователям устанавливать предпочтительную сим-карту на своем телефоне Galaxy для синхронизации с Galaxy Watch. Вы сможете видеть, какая сим-карта используется в часах благодаря новому пользовательскому интерфейсу. Но вы также можете использовать настройку сим-карты «Всегда спрашивать» на телефоне, чтобы выбрать, какую сим-карту вы хотите использовать в своем Galaxy Watch. Неудивительно, что новый интерфейс поставляется с множеством вариантов персонализации, включая множество настраиваемых циферблатов. Вы сможете настроить циферблаты с разными цветами и расширениями, а затем добавить их в свой список избранного несколько раз. Samsung Watch 4.5 также предлагает множество специальных возможностей. Например, те, кто не различает цвета, могут настроить дисплей в соответствии со своими предпочтениями и увеличить контрастность, чтобы сделать шрифты более читабельными. В новом пользовательском интерфейсе включены новые визуальные параметры, такие как уменьшение прозрачности, эффекты размытия, но пользователи также могут полностью удалить анимацию. Кстати, это повлияет на работоспособность интерфейса 100%. Некоторые настройки аудиопомощи также доступны для пользователей, которым требуется настройка баланса формы для левого или правого аудиовыхода, исключенной гарнитуры Bluetooth. Что касается даты выпуска, Samsung объявила, что новый интерфейс One UI Watch 4.5 будет доступен где-то в третьем квартале, так что скоро он выйдет. Кроме того, компания подтвердила, что новые функции будут объявлены до его выпуска. Поэтому ждем, скоро будет уже инфа 100%. Вы были на канале SmartWatch. Подписывайся, лайк, телеграм-канал для тебя. Пока!